Вот такой морской катер, на котором катаем деточек, людей, отдыхающих. Вот посмотрите, именно он морской, чтобы действительно, когда есть волны, он, соответственно, очень хорошо держит. Держит, допустим, да, и нет вот этих колебаний и так далее. Очень хорошо. Вот такой у нас здесь. Здесь они поднимаются люди по перилам. Есть вот такой, соответственно, навес. Он специально усиленный, чтобы можно было подниматься на крышу. На крышу и оттуда также там же загорать и также прыгать. Вот такой мотор очень мощный. Вот такой мотор. И, соответственно, вот тут сделано вот так. Все сделано для того, чтобы удобно было для отдыха отдыхающих, которые будут смотреть на волны, на дельфинов, когда будут плавать. И вот такая трубка. Вот такой очень удобный катер прогулочный. Вот такой целый. С этой стороны. Очень хорошо держит воду. В нем очень и очень удобно.